тест коммент, чтобы я поняла, что все работает. Блин. Блин, я выключаю. Please comment me. Я вижу сердечко, но я не вижу коммент. Тупая платформа, даже не может поддержать, чтобы ничего не сломалось. Опять. Дура, верни стену. Ладно, я увидела, спасибо. Спасибо. А я вот удаляю комментарии, я удаляю людей? Наверное, нет. Только комменты. А как мне быстро людей построить? Так, ну... Баклажанчик у меня, конечно, немного. Но я его потом добавлю. Супер сердечко. А что значит супер сердечко? Я не понимаю. Меня с ним что-то никак не понятно, что они с ним делают. Нет, только, конечно, нет, все хорошо. Давайте все хорошо. Нет, я просто угадала, что тут несколько дней назад, и ты Белый договорился, ну и белый дошел, а вот бурый еще нет, поэтому вкусно, блин, на вкус, а бурый еще нет, поэтому добавляем чуть-чуть молочка. Рисовый у меня. Какое еще тогда было? Рисовое, да. Ну, нормально, ризотто с рисом. Рис с рисом. Это когда овсянка на овсяном молоке тоже так чудно. Ну вот, я добавила чуть-чуть, пусть все доходит. Можно побольше включить. Там все упарилось, сгустели сливки. Но она не сгустели, но можно и макароны. Ой, сыр. Ну, половину сыра точно сыпну сюда сразу. Он, кстати, плавится, я рандомный сыр взяла. Ну, типа, я думаю, ну так, да, это бутерброд, а он плавится, хороший сыр оказался, веганский. Упаковку, ну, можете опять на канале посмотреть. Так, я... Ну, там просто написано, что там веган. Валя тоже какой-то пятерочек взяла. И он оказался очень даже ничего себе сыр. Ну, все же там типа веганы зато плавящийся веганский сыр, а типа это сложно вроде как добиться. Но вот этот взятый рандомно оказался топ. Так. Что-то не вижу. Рагу. Я говорил, суп масло не испортишь, хотя даже не суп. Вот я глупая. Как набрали. Мама поставила побольше. Знаете, вот. Это, короче, еще Михаил Веган. Есть такой чувак-блогер. Он говорил, что вот такие рагу. Ну, это почти то же самое, у меня такая же основа, ну, как бы, клуб чеснок, картошка, морковка, и дальше добавляешь уже, типа, что-то, что, типа, делает твою рагу, там, тыквенным, или кабачковым, или таким, ну, яблочным, просто, добавляется эту овощ. О, можно помидор сюда, кстати, еще добавить, но это вообще в конце. Вот, и он сам говорил, я, наверное, перепутала с супом, что типа вот, а из этого рагу, ну, ты делаешь рагу, а потом добавляешь молоко, ну, там веган, и тоже молоко такое, веганское, добавляешь молоко и блендером, и получается крем-суп, соответственно, тыквенный или еще какой-нибудь. Вот такие дела. А тебе сколько времени напишите? Я просто не могу. За компом я не пойду. А! Надо написать 1:07. Я не знаю, что правильное время. А тут тоже не выспал. А, не знаю, 14.
47. А чего вы не пишете мне? Вы не можете писать? Или все-таки опять игнорируете, ломались комменты? 14.47, я посмотрела на романовике. Так, ручки надо помыть. Ну, что он? Вот это тоже туда пущу. Это кабачок кладу. Кабачок? Кабачок, да. Сука, как он называется-то? Баклажан. И мы сейчас полосадим. Чтобы закончено. Да, конечно, к одному и второму хорошо без зелени. Смотри, если у меня зелень есть, да, у меня есть. Покупала, значит, эту петрушку. Поэтому есть шанс на победу, пацаны. Есть шанс на победу. Так. Пока там все готовится, можно опять дополнить что-то. Мне жарко. Не пишите свои кожи. Мне просто волосы жарко. Блин, я все запотела, реально. В смысле, тепло. Я не хочу, как я пишу, я потом вытащу, но она громкая, поэтому я потом мою посудку на мой пепл. Да, да, я в шортах, на самом деле это трусы, но я в шортах, так что так уже идем. Так, ну все, если кто хочет посмотреть результат, конечно, вы ходите на канал. Тут я, наверное, не доживу. Ну, то есть просто мне нужно еще минут 10 дать, пока не дойдет. Могу тоже еще вверх, в смысле, я все заложила, залила водой, и все. Ну, то есть надо просто ждать. А развлекать вас по 20 минут не готова? Не готовля? Я не готова. You understand what I mean. Ну, все, мне кажется, сломали комменты. А, нет, кто-то приходит. Всем привет, с вами Майди Майдисон. Ну вот да, да, вот так вот, такая жизнь, теперь я вот так выгляжу, а что делать? Барфейс уже не популярен. Ладно, просто туда вложить на вашем школьном чистом языке. Здорово! Здорово, Андрея Нос, блин. Здорово. Помыла букет, держу в курсе. Можно его еще раз использовать. Ты что такое руку смывать? Я вот недавно взбивала эту хуйню. Не надо, еще надо мыть вот это. Так, вот тут, наверное, знаете, уже что пригорело, наверное. Ну да, надо заливать ее водой. Ну, сейчас покажу и все. А тут вот... Толя, вспотела эта хрень. Ой! Подождите. Сложно одной рукой. Это тут тоже пригорело, уже сейчас буду отдирать. Ну, готов, плюс-минус. Сейчас чуть-чуть. Ну, кажется, жестковато получилось. Ну, сейчас я сокрытую крышку еще. При большом огне, и все будет хорошо. Может быть, не супер, конечно, аппетитно выглядит.
ну, вот сейчас на сковородке, пока я не сосервировала, но это очень вкусно, по крайней мере, ради. Вот. Канал, вот, кушает в Телеграме, и там же некоторые